Привет, шкодоводы с места АСН. Кто не в курсе, в марте в Германии произошла отзывная кампания модели 2020-2022 года в количестве 40 тысяч автомобилей. Отзывались Audi, Skoda Octavia и Golf. В чем была причина? Была причина того, что из-за вот этой декоративной панели и вот этой вот ерунды, которая какая-то, не знаю, она поролоновая, произошло 16 возгораний автомобилей. Что, как и каким образом, пока история умалчивает, у нас нету времени разбираться с причинами. Как сказать, ну, по моей информации, виновата вот эта вот херня. Потому что пластику гореть нечего. Как она задевала, я не знаю, может, они как-то неправильно ее ставили, может, она как-то у них упала, по сути, тут прикрывает все катушками. Здесь поджигаться нечему, но мотор, он реально температурно нагружен. Сейчас у нас пришла жара под 30 градусов, и разбираться будем позже, пока я просто-напросто снял и покатаюсь так. А сами решайте для себя сами, как, что и почему. Я вас предупредил, ребятки. Лайк, подписка, до свидания.